Приветствую, друзья! И сейчас в YouTube открылась новая функция, называется спонсорство. Поэтому, друзья, если вы хотите как-то выделиться на канале, дальше, чтобы я вас упоминал на канале, общение со мной в стримах напрямую, вот, ребят, поэтому подписывайтесь на спонсорство, и мы будем с вами общаться. Друзья, ссылочка на спонсорство будет в шапке, в описании и в первом комментарии к видео. Хорошего дня! Приветствую, друзья! И сегодня я хочу записать такое видео на такую горячую тему, как по поводу долгов. Ребят, долгов, но, наверное, сейчас пока это беру вопрос в Испании, потому что я сейчас живу в Испании. Так понятно, что в долги, так в долг берут и не отдают там или вообще на эту тему. Я думаю, во всех странах. Вот, ну, горячая тема вот после стрима, помните, с Ярославом Левашовым, эта тема такая была достаточно очень горячая, поэтому я вот хочу сейчас на нее записать отдельное видео, даже поговорить на эту тему здесь, ребят. Ну, друзья, вы сами понимаете, что иммигрантская среда, она такая очень специфичная, вот, и сюда приезжают люди с определенной, скажем так, ну, как назвать, можно сказать, такой психологической установкой, или, скажем так, измененным психическим состоянием, потому что, ну, сами понимаете, может быть, назвать это как там нормальные люди, которые живут у себя на родине, вот, ну, как я так называю, как все люди нормальные, просто я имею в виду так, что, ну, основная масса, которая все-таки живет у себя дома, вот, она, ну, скажем так, в своей среде, и там как-то у вас там свои знакомые, вы много ли живете, и гораздо все как-то более стабильно и нормально, вот. А когда вы приезжаете в другие страны, здесь, соответственно, попадаются разные люди. Сюда приезжают по разным мотивам, скажем так. Так, кто-то там откуда-то бежит, кто-то там от чего-то скрывается еще. Ну, это я имею в виду один из вариантов. Так, конечно, многие люди приезжают там из-за там пенсии, хорошего климата и все остального, и разных таких моментов, нюансов. Поэтому здесь такая среда обитания очень достаточно интересная. Вам на пути встречается очень много знакомых ребят. И основной момент, ребят, что хочу поговорить по поводу вообще вот, ну, там, дачи денег, займы и все остальное. Вы, ребят, прекрасно понимаете, что здесь, если вы, скажем так, кому-то дали денег или еще остальное, ребят, по, скажем так, вот, ну, человеку взаймы, то, в общем-то, понятно, что этих денег можно не ждать. Этих денег можно не ждать. Я, например, для себя, ребят, давно уже такие принципы, ну, я уже говорил в видео, даже в стримах, что избрал, что я не кому ничего не даю и ни у кого ничего не беру. Для меня важны там здоровые психологические отношения, вот, с человеком. Потому что когда там они портятся деньгами, то никаких дружеских отношений уже нет. Вот, для меня вот такие. Но, ребят, соответственно, очень многие люди здесь этим пользуются, вот, и пользуются как, ребята, какие тут примеры, я, конечно, вам сейчас примерные такие примеры, может, приведу там, ребят, здесь вот и дружит, бывает, входит в доверительные отношения, пытается вам что-то помочь здесь, там, что-то подсказать, помочь, так сделать, вот, все остальное, вот, а потом, когда входит доверие, там, раз, вроде, отдай там денег взаймы, срочно там на что-то нужен, там, вот, и какие-то такие все, конечно, ну, принимают такие, как называется, ну, не отговорки, а такие вот моменты, что прям там это жизненно важно, чуть там не помирают буквально, вот, вот, я просто с этим столкнулся уже, конечно, в других странах, поэтому как-то в Испанию, может быть, на эту тему приехал немножко подготовленным. Ну, не то, что подготовленным, а таким более, ну, меня, конечно, тоже развести можно спокойно. Вот, уже разводили. Вот, но, скажем так, я уже вот не кидаюсь там на что-то там на помощь или на всякие такие словесные какие-то разговоры на эту тему. Вот. А здесь так чаще всего вот я прям, ну, замечаю, слушаю, общаюсь с людьми. Тут входят доверие, люди там дружат какое-то время, там пытаются там как-то вместе там на какие-то рыбалки ходить, там все моменты, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот на эту тему. А потом раз так вот тебя... И там, ну, соответственно, понятно, что, ребят, здесь вас как фильтр прощупывают, что у вас есть, что вы себя представляете, можно ли с вами дружить вообще, там, ну, общаться, там, на какую тему общаться. Вот, потому что, например, я вот сильно никому не интересен, больно, потому что у меня, например, ничего больно нет. Вот, тот пример, как пример просто, ребят. А кто-то интересен, вот, он мне приятель говорит, там, вокруг меня постоянно, говорит, вьются. Вот, вот это как пример, ребят, потому что вот, вот так вот. Люди входят в доверие и, соответственно, потом этим пользуются. Или здесь, например, даже помните, вот, покупки недвижимости, это хороший пример такой, ребят, был там. Люди дружат годами, ребят, годами дружат люди, чтобы там, например, как-то вот там дружить, там вместе там семьями общаются, там вместе, говорится, извините, водку там пьют, ну там, может, там, помягче вино пьют, отдыхают, гуляют, вместе куда-то на какие-то мероприятия есть, в общем, так скажем, входят в такой режим, чтобы, например, там, вам какую-то там недвижимость продать. Ну, это, в принципе, примерно такой же вариант, тоже, вот, тоже так же, как работа, по сути дела, такая.
Вот, и также ребята из-за финансов, там, вроде дружи-дружи, потом раз вас занимают, да, еще так обижаются, что прям врагами чуть не становятся, что там ты денег не дал, вот, или там специально какие-то ребята такие услуги выискивают, какие-то, там, я говорю, что здесь вот очень много таких моментов, вот, в Испании, по крайней мере, ну, это может быть и в других странах, ребят, по крайней мере, сейчас про Испанию больше говорю, что те какие-то навязывают услуги, которые тебе, в общем-то, не нужны, а тебя в них пытаются убедить, что тебе это нужно, там, какие-то там хестеры, еще что-нибудь там держать, что-то там платить, там, декларацию нужно иметь на эту тему человека обязательно, чтобы там, там, ну понятно, что человека платного просто так вот, никто не будет здесь ничего делать, вот, чтобы ты там должен до этого, и все вот эти какие-то такие вот моменты идут, вот. И также, ребят, здесь вот сдать денег взаймы, ребят, я вот как здесь не общаюсь, ребят, здесь, конечно, эта тема, ну, очень такая горячая, и некоторые люди просто откупаются даже, там, у тебя просят взаймы, вроде так не хочешь с ним отношения портить, ну, да, вот тебе, пожалуйста, там, дашь, тебе кто-то там откупается, там, даст 50 евро, говорит, да, можешь не отдавать, вот так вот, ну, люди вроде, о, с этого я что-то получил, 50 евро, все, вроде, можно так вот, и человек пропадает, понимаете, и вот такая вот, ребят, здесь существует, к сожалению, такая вот, как назвать ее, экономическая среда такая финансовая, где вот так вот, ну вот, скажем, видите, тут общение состоит, ну я не говорю, например, что там все какие-то люди плохие или неплохие, понимаете, здесь мы сейчас не об этом говорим, а просто, ребят, здесь, соответственно, такие вот взаимовыгодные отношения там из-за чего-то, если видно, что там как-то что-то с вами можно из-за чего-то или потом спросить, с вами поддерживать отношения. Я не говорю там, что, ребят, там все так вот прям уж так плачевно и плохо, просто ради чего-то, чтобы потом, может быть, занять, как-то войти в доверие и к вам там проникнуться, чтобы вы прониклись в какой-то ситуации там как-то вот так вот, и вот все-таки там расположить вас. Поэтому просто понимайте, что на эти вещи просто любые моменты, и здесь просто не стоит, ребят, на все это вообще вестись, просто не стоит вестись, просто понимайте, что любым, чем бы вас там не расслабляли, какими-то там уговорами и все остальное, просто понимайте, здесь все заточено так, что вот... скажем так, как-то поиметь деньги, одним словом, вот. Так, ну, не все, конечно, ребят, я не говорю, что там есть очень много хороших, да, вот, мне очень много встречается хороших очень здесь ребят, людей, которые вот, ну, отличные просто, вот, ну, вот так вот, опять же, я не касаюсь никаких денег здесь, вот так вот, просто, ребят, ну, Астана здесь всегда такая, она более такая располагающая, нежели там вот в России просто меньше было, хотя, ребят, и в России тоже занимают, и мошенников много, и все остальное, просто... Здесь среда более такая располагающая к этому. Вот мне вот так показалось. Просто вот в моем понимании. Хотя я здесь так, ну, говорится, в Испании там около 2 лет и жил в разных местах. В общем-то, не сильно интегрировался, может быть. Вот. Но это сейчас, конечно, ребят, говорю там про русскоязычное общество. Просто я с испанцами пока не общаюсь. Вот, испанскую среду там по поводу занятия денег я просто не знаю. Занимают они здесь, не занимают. Вот в Германии мне сказали, что вообще более никто никого не занимает. Потому что люди понимают, мне кажется, что никто там ничего не отдаст. Да, ребят, здесь там забыть. То есть, помните, ребят, здесь законы немножко другие. Здесь, извините, это как у нас в России, там, ты можешь там в долг там человека что-нибудь напугать, там, ну-ка там деньги мне отдай, там, или что-нибудь, Здесь, ребят, извините, только все, извините, через суд, адвокаты. Если тут человека напугаешь, он скажет, он пойдет в полицию, заявление напишет, там, ты его там за вымогательство или еще что-нибудь такое, там, что-то запугал его. Вот. Поэтому здесь, ребят, здесь все другое, здесь законы другие. Поэтому здесь, ребят, видите, здесь, как говорится, и кражи, и все остальное, здесь все более так благоприятно к этому вопросу. Конечно, здесь защищен человек, это понятно, это хорошо, но видите, в других отношениях, вот, в плане финансов, это какие-то есть свои, какие-то и там и минусы, может быть, на плане, плюс-минус свои, вот. Поэтому, друзья, по поводу, ребят, финансов, ну, понимаете, что любой кто-то, ребята, вас там просит денег взаймы, ребят, понимаете, что это звоночек, и, наверное, понимаете вы о чем, правильно, звоночек о том, что вот... Человек хочет, как говорится, на вашем вот, как назвать, авторитете таком вот перед вами, хочет как-то вот на это дело что-то у вас, скажем так, занять. Поэтому понимаете, ребят, для меня вообще, ребят, я очень так внимательно и, ну, отношусь к людям, которые вообще пытаются что-то занять. Вот так вот, я считаю, что это вообще, это человек просто друг друга напрягает, вот входя вот в это такое вот понимание, там, дай денег взаймы. Для меня это просто напряжение. Я вообще стараюсь, если люди, кто-то у меня занимает, я к ним очень внимательно отношусь и больше стараюсь вообще с ними сильно не общаться. Конечно, я так говорю, что это хорошо или плохо, там, мы сейчас здесь не рассуждаем там, о людях, как вот так вот. Просто, ребята, это звоночек к тому, что просто понимание было, что человек, значит, хочет не что-то там, ну, не просто так, одним словом, вот так. Поэтому, друзья, вот здесь просто понимайте этот момент, что... Если вот такой звоночек пришел, то просто держите в голове то, что эти деньги быстрее всего вы никогда назад не получите. Быстрее всего.
Поэтому лучше, наверное, дать столько, с какой суммы вы готовы просто расстаться. Вот так вот и все. Вот так вот только момент. А больше, ребят, ну нет смысла, потому что все это просто понимаете, что это просто, ну, развод. Просто здесь люди живут, почему здесь с кем-то, вот, помните, в последнем стриме Ярослав хорошо сказал, вот, я почему вспомнил, он говорит, я говорю, почему здесь русскоязычные, там, не сильно друг с другом общаются, какие-то там русские с русским, там, злые такие, а потому что, говорит, все друг другу должны, он сказал, вот, интересно, так, уже кто-то у кого-то занял, соответственно, один другого не отдает, у этого человека там копится какое-то напряжение на эту тему, ну, вот, и, соответственно, там, получается, уже никакой дружбы здесь быть не может, никаких отношений, потому что один не хочет отдавать, другому неприятного. И вот поэтому такие вот враждующие отношения, что люди там занимают. Видите, может быть, там вот, как вот в Германии мне говорили там про, скажем, ну, я не говорю там про всю Германию, ребят, опять же, я с кем общался. Я с немцами более не общался, потому что просто немецкого языка не знаю. Вот, что там вот здесь больно люди друг у друга не занимают, как все понимают, там до 100 евро какие-то моменты, может, а все остальное там никто и больно не занимает. Опять же, это со слов, ребят, я не знаю здесь. Вот. Поэтому, видите, ребят, здесь такой вот, почему, говорит, русскоязычные с русскоязычными общаются, потому что все друг друга должны. Конечно, хорошая такая вот, как это, мотивация такая для, скажем так, понимания вообще ситуации. Вот, друзья, поэтому, видите, здесь, к сожалению, вот среда такая обитания, она здесь в этом плане может быть не сильно такая благоприятная, потому что, видите, здесь все вот взаимоотношения, я тоже сам вот по себе очень сильно ощутил, здесь только все вот на каких-то вот таких вот моментах, вот это все так тонко, если так состояние снимать, там с людей, с кем-то общаешься, все вот на каких-то вот таких вот тонких нюансах, понимаете, вот финансовых именно. Поэтому здесь, друзья, вот вам решать, смотрите сами за ситуацией, но понимаете сразу, друзья. Еще раз говорю, понимаете сразу, что если кто-то вас человек занимает, это, ребят, звоночек. Ну, я думаю, ребят, все уже взрослые люди, мой канал смотрят взрослые люди, поэтому прекрасно все понимаете. Испания это такой, скажем, более такой жесткий фильтр, который вот это, скажем, еще быстрее определяет, чем, там, например, там как-то в России с кем-то, вы там по 10-15 лет дружите, одни моменты, вот. А тут, соответственно, он здесь более такой, поэтому, ребят, ну, будьте внимательны, друзья, будьте внимательны. Все, друзья, хорошего дня всем.